В жизни каждого нормального пацана наступает такой момент, когда у него все хорошо. У него есть семья, у него есть жилье, любимая работа, все хорошо. Но чего-то ему не хватает в этой жизни. И тогда в его голове рождается очень интересная идея. Купить себе нечто, купить себе игрушку. И этот период в жизни называется кризис среднего возраста. И по моему мнению, он должен выглядеть именно так. Ну и как вы уже успели догадаться, этот успешный парень с кризисом среднего возраста – это я. И вот это моя новая старая тачка. На самом деле купил я уже ее год назад. До этого момента не было времени и не было возможности снимать проект. Но сегодня первая серия, и сегодня вы уже узнаете, что да как, что с этой машиной, как я ее купил и так далее. Начнем с небольшой истории. Когда-то давным-давно у меня уже была такая машина. У меня есть даже бортовик на Drive 2. Вот сейчас вы видите фотографию. Синего цвета. Но она была простой версией. Она была атмосферная, была переднеприводная. Тоже классная машина, но все равно как бы что-то не то. То есть передний привод для такой тачки, ну, не очень классно. Был какой-то, не помню, 2004-2005 год у меня была эта машина. Потом я ее продал. И я даже сначала не знал, что есть версия полноприводная Twin Turbo. Узнал об этом чуть-чуть позже, когда общался там с каким-то своим знакомым. Он говорит: о, у меня такая же была машина полноприводная Twin Turbo. Я думал, нифига себе, классно, интересно. Я зашел в интернет, посмотрел. И как-то эту мысль я отбросил и даже забыл про эту машину. И, соответственно, вот недавно я начал задумываться, что мне хочется что-то быстрое, что-то красивое. Что-то необычное. И я решил себе поискать спортивную машину. И начал просматривать объявления. И наткнулся на объявление по продаже полноприводной 3000 GT Twin Turbo. И, соответственно, с этого момента я начал мониторить. Мониторил я 2 года. Как вы знаете, я живу в Литве. Соответственно, мониторил по всей Европе. Цены на эти машины сейчас уже космические. Она перешла в разряд олдтаймеров. Точнее, янгтаймеров. И так просто, задешево, в хорошем состоянии, такую машину найти очень сложно. По России тоже эти машины стоят денег. Минимально, что я видел здесь у нас, это 9000 евро. По России живая машина плюс-минус где-то там 700 тысяч начинается. И уже под миллион. Ну так вот, мониторил. И в один прекрасный день появляется сразу 2 объявления в городе Клайпеда. Значит, была вот эта машина, которую я купил, и была вторая машина, точно такая же красная, которую купил мой дружок Леха. Соответственно, появились эти объявления, и мы в один прекрасный день, а было это в апреле прошлого года, это где-то было число, наверное, 15 апреля 2017 года, мы поехали в Клайпеду. Приехали, посмотрели сначала ту машину, Лехину, которую Леха купил.
пытался с этими тормозами, новые диски заказывал, их нету тоже таких. Эти поспорки, как их? А потом я увидел вот эту машину. И еще перед тем, как ехать, мне владелец этой машины скидывал с телефона видео. Вот я сейчас его вставлю, вы увидите. Ну и когда он мне скинул видео, все, у меня крышку совсем сорвало, я перестал спать, захотел очень сильно купить эту машину, но, как всегда, не хватало денег. И у меня была другая машина, и каким-то чудом я уговорил продавца поменяться с моей доплатой. Соответственно, я ему отдал машину, доплатил денег и забрал наконец-то ее. Все, что происходило дальше, вы сейчас увидите. Мои первые впечатления. Но я сейчас могу так сказать, что когда я ее забрал, я просто не верил. Я настолько сильно ее хотел купить, что просто, ну как бы, я сидел как будто во сне, реально. Не верил, что она моя. Это сейчас уже прошел год, я уже к ней привык. Она классная, блин. Не знаю, даже до сих пор, когда я с ней рядом стою, меня так немного штырит. Это хорошо. Это значит, что покупка совершена правильная. Сейчас мы едем с Лехой на его BMW E46. Я пока за рулем. Едем в город Клайпеду смотреть два интересных автомобиля. Середине, да, должна быть? Он не держится у меня. Спортивный капот. А нету такой, да, штуки? Есть, багажник. Ага. Был спортивный капот у меня. Я понял. И закрыл я одну шпильку. И его нахер сорвал. Может, я сейчас так временно прикрутил. Понятно. Ну, а что временно, то навсегда. Это красили, да? Это Гравитакс. Гравитакс. Так как ну, изначально капот был черный, пластмассовый. А можно завести? Я подержу, если что. Сейчас за палочку достану. Тяжелый. Это бывает раз. Профессиональный инструмент. 100 лет по сигнализации заводская срабатывает. Не знаю даже почему. От ревности. Скорее всего. Реально была на Нюрбург-ринге, да? А? Была на Нюрбург-ринге? Я на ней, она была. Нет, что касается мотора, ты говори все, что хочешь, он как прибит. Не, ну вроде работает красиво, да? Так, авторские права. Я как-то ждал вас прошлые выходные. Да я сюда не мог доехать.
А тут сейчас случайно сорвались. А выхлоп у нее... Думаю, точно. Ну, я имею в виду фирменный или сами делали? Не, сюда прислали. Я понял. Почти все детали со штатом. Понял, понял. Вот и тормозные диски. И она полностью перекрашенная, да? Да, тормозные диски у нее сами. Ага. Она была вот такого морковного цвета. Ну да. Пока еще не знаю, как она себя ведет в движении. Сцепление жесткое. А так пока посмотрим. Сейчас заправляемся и поедем пробовать. Мой любимый корч. Так, ну что? Но в целом не так все и страшно. Под капотом все быстро и красиво. Солнце вылезло. Как ни странно. Нет, так, конечно, интересно. Реально интересно. Сойдет, да? Да, сойдет. Очень даже сойдет. Да, прикольно. Особенно ощущение, когда начинаешь это открывать посильнее жабры. Просто звук слышу, это ты мне сразу это. У меня сразу настроение. Как стрелка также. Ну все, короче, мы так потихоньку типа едем. Знаете, как выглядит счастливый человек? Да. Вот так вот. Да. Покажи. Круто. Колеса чуть балансировать. Да, чуть-чуть есть. Ну да, ощущаешь себя. Не, колеса квадратные, они не чуть-чуть, они квадратные. По ощущениям этим всем. Да, килограмм давит. Я не верю. GT-ха. Я еду на VR4 Twin Turbo. И она моя. Реально моя. У нее есть косяки, но все равно она мне нравится. Красная купешка. 400 кобыл под капотом.
Короче, я проехал вот по спидометру, на ней 49 миль. И только-только я сейчас начал к ней привыкать. Сейчас. И я вам могу сказать, ребята, это просто непередаваемое ощущение. То есть реально надо в эту машину вкатиться. И мы ехали, обсуждали, что я на стольких машинах поездил, что я в каждую сажусь просто с закрытыми глазами и еду, а в эту нифига не получилось. У нее свой характер. Почему я решил ее купить? Потому что она первая, редкая. То есть на Ютубе много проектов разных, но машины у всех одинаковые. Там какие-то BMW, Audi, Toyota, Volkswagen, Range Rover. Это все уже как бы приелось. Она редкая. Она красивая, потому что рисовалась она, ну, скажем так, это копия Ferrari на японский лад. Очень красивая машина, по моему мнению. Она быстрая. Она реально быстрая. То есть мало того, что у нее с завода идет 286, но эта машина модифицирована, и чуть дальше я об этом расскажу, что в ней сделано. На данный момент у нее где-то 400 лошадей. Мы дальше с вами в следующих сериях поедем и на стенд, и поедем в сервис. И, короче, это будет полноценный проект. То есть будет полностью все сделано. Начнем мы сначала с техники. Сделаем подвеску ходовую. Сделаем кое-что по мотору, по коробке. Есть проблемы. Об этом я чуть дальше расскажу. Эта серия такая ознакомительная. То есть вы увидели, как я ее купил, как я ее забирал, и так далее, и так далее. Дальше будет интересно. Поэтому не забываем. Обязательно палец вверх. Обязательно подписаться на канал. И по желанию репостнуть видео, ну, как бы своим друзьям в соцсети. По поводу технических характеристик уже много раз говорилось, но я повторю. Почему еще одна из причин, что я ее купил? Эта машина технологичная. Она 95-го года выпуска. И вот смотрите дальше. У нее V6, 3 литра, 2 турбины, Twin Turbo, 6-ступка. Полный привод, полноуправляемая подвеска, то есть задние колеса на скорости свыше 55 км в час немного меняют градус, то есть подруливают, и за счет этого она заходит в поворот очень хорошо. Да, есть минус такой, что на ней как бы не подрифтуешь, но зато она стартует с места очень круто, и она любую машину стоковую делает. Об этом, кстати, тоже чуть позже, будут заезды, и я надеюсь, что осуществится мое желание сделать гонку между блогерами.
И вот эта машина, поверьте, выступит очень достойно. Но сначала мы ее сделаем. У нее активная аэродинамика, то есть у нее регулировка спойлеров есть. Но сейчас задний спойлер не работает, передний вообще отсутствует. Мы это тоже все будем устранять. Ну, как бы АБС и всякие системы безопасности, это уже тоже как бы вас не удивить, но это все тут есть. Машина на самом деле напичкана электроникой. Ну и самое главное, что эта машина, я считаю, что она легенда. Она на уровне Honda NSX. То есть вот сейчас просто пойти купить ее вот так вот просто, да, у вас не получится. Даже если у вас есть деньги. Их крайне мало стало в продаже. И найти, ну, практически нереально. И могу вам даже больше сказать. Это, наверное, даже не совсем проект. Это история про меня, история про мою жизнь. Эта машина, это, скажем так, отражение моего характера. Можно даже сказать, моей души. Ну, в общем, дальше все сами увидите. Спасибо, что смотрели. Первая серия. Надеюсь, вам понравилось. Не забываем ставить лайки, подписываться, колокольчик, там, поделиться, все дела. Вторая серия выйдет очень скоро. Будет очень интересно. Не пропустите. Всем пока.